Приглашается Алина Педуре. Дума ин Молдова мя. Bye.
Следующая, кого я приглашаю на нашу сцену, это исполнительница Анастасия Мельникова, Молдова Мя. Но одну секундочку, пожалуйста, нам нужно поставить микрофон. Следующий выходит на сцену Сабрие Эмирвели. Музыка.
Следующая на сцену выходит Ксения Кималова. «Мамочка». В категории «Дети до 9 лет» эстрадный вокал. Дорогие друзья, «Три белых коня» Ульяна Чучкина. Ура! Ура!
Первая категория закончена. Дети до 9 лет, эстрадный вокал. И сразу же переходим к следующей категории, уважаемые судьи. Прошу, пожалуйста, подготовиться. Дети от 10 до 12 лет, эстрадный вокал. От 10 до 12 эстрадный вокал. И прежде чем я объявлю первого исполнителя, напоминаю, что награждение всех участников первого отделения состоится в начале второго отделения, приблизительно в 15:30. А тем временем на сцену выходит Валерия Азаенко, «Малинство край». Для вас работает профессиональный фотограф, фотографируются все участники, и картины можно посмотреть индивидуально при входе в наш зал. Ну а тем временем на сцене Маргарита Бондаркова. Улыбнись и пой.